Райнет, соберись. Что-то нашел. Что там? Цвет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камни ударилось. Что ты там бормочешь? Прости, похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Не испытывай мое терпение, Дрейк. Нашел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. Оси крепкие. За них можно и поднять. Хорошая мысль. Поехали. Есть. О! Доброе утро. Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5. Похоже, не хватает двух ящиков. Пойду их искать. Стоп, стоп. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Ха, один есть. А, черт! Ящик придавило фурой. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы поднимем фуру. Видишь, вот за это тебе и платят. Ха, ну да. Нашел второй ящик. Один есть, один ищем. Закрепи его в фуре, мы почти на месте. Ладно, жду вас. Один ящик закреплен. Отлично. Мы над тобой. Сейчас будем цеплять. Спускаем. Все, на месте. Цепляй фуру. Мы ее приподнимем. Так, я взял трос. Сейчас прицеплю его к оси. Должно сработать. Ага. Вот так, один есть. Так, ты за воздухом-то следи. Расслабься. Фура подцеплена, можно тащить. Ладно, отойди, мы ее поднимем. Все, давайте. И поднимаем.
Хватит? Да, вполне. На меня не уроните. Ха-ха, постараемся. Так, нашел второй ящик. Положу к остальным. Весь груз в целости и сохранности. И воздуха еще на 5 минут. Надо же. Ну, может, ты еще полазишь, поищешь там другие сокровища. Не, хватит. Тебя прокатить? Да, пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Нейт, ну что ты делаешь? Я на месте, вытаскивайте меня. Не вопрос. Поднимаем. Ну, красота. Ты как, Нейт? Я рад, что вылез из реки. Неделю буду рыбой гонять. Ладно, держись. Сейчас тебя примем. Держусь. Как дела, парни? Рад, что вернулся, Дрейк. Да, сам не нарадуюсь. Бросай снарягу. Держи.
невыносимо. О, баллон-то пустой, что ли? Я облегчаю тебе работу, а? Дрейк, скажу прямо, работать ты умеешь очень шустро. Как там дела внизу? О, это комплимент? Секунду. Я потрясен. Не, наповал поражает твой запах. Не знаю, мне даже нравится. Мамку твою напоминает. Это жестоко. Я передам, что ты так сказал. Вот, готово. В сторону. Вот. Как оно? А ты как думал? Все поднял? Все в целости. Ну ты у нас отличник. Я улучшаю вам репутацию. Окей. Потом закончим. Эй, вы здесь пробудете? Мой герой. Пошли, глянем, что ты принес. Поворачивайтесь побыстрее. Другие крови. Давай в следующий раз кто-нибудь другой поработает. А ты отдохнешь. Ну-ка, давай. Окажешь честь? Да, давай. Спасибо. О, ты смотри. Медный клад. Ну ты не поверишь, сколько эта хрень стоит. Потому-то клиенты платят такие деньжищи. А может, лучше на монетки переплавим? Ладно, пошли отметим. Первая кружка за мной. Что, с вами по барам? Не-не-не, без страховки не пойду. Я лучше сейчас сяду, оформлю все бумажки и потом домой спать. В другой раз. Ладно, как хочешь. Эй, ты молодец. Спасибо. Медный провод. Подожди, Нейт. Нейт, постой. Эй, какими судьбами? Для тебя презент. Презент? Что это? Весточка из малазийского источника про затонувший корабль. Опять. Весь груз целый. Да? Подходи и бери. Упорный ты человек, Джеймс. И? Всю сумму на тех расходы нам перевели, все готово. Кроме моего лучшего парня. Я ему доверил бы это дело, а он слился. Нет, я даже не возьмусь. Скажи у этого источника. Есть разрешение? Нет, у него нет. Они никому не дают разрешения. Конечно. Но пойми, ведь это же нам только на руку. Нет разрешений, значит, нет конкурентов. Корабль наш. Без разрешений не полезу. Нейт, это же наша пенсия. Для нас обоих. Уж не знаю, как ты, а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет. А ты? Не хочу в тюрьму. Нет. Слушай, я не могу. И тебе не советую. Но ты возьми почитать. Ради меня. Я не передумаю. Тем более, чтобы не почитать. Правда? Привет, Карли и ребятишка. Передам. Я на тебя не давлю. Но ты подумай. Видна серьезная работа. Круг поисков сужен. Эх, было бы круто.
Вот он ушлый. Нет, нет, нет. В этот раз без меня. Лазал на такую же, побольше. Испанский дублон найден в немецкой подлодке, в самом сердце джунглей. Круто. Сэр Фрэнсис Дрейк спас жизнь Салли. Вот и мы. Одна из самых странных моих находок. Шамбала. Я скучаю. Сэр Фрэнсис и его загадки. Да. Где твоя помощь, святой Дисмос? Вот это безумная история. Хлоя, 100 лет прошло. Больше не в моем стиле. Вот я.
Вот так. Снова в деле. Чемпион. Прощай. Так тебе. Нет, нет, патронов нет. Надо уходить. Я еще крутой. Живи, пластик. Вот. Чемпион. Прощай. Так тебе. Пока. Я еще. Да, сейчас спущусь. Живи, пластик. Ну вот, потом приберусь. Ну, поиграли и хватит. Так вот, чем ты занята. Нам определенно пора в отпуск. Давно пора. Ух ты! Хороший снимок.
Чего там застрял? Ну, я кое-что изучал. Вот так это теперь называется? Ну, правда. Ты не принесешь еду? Я почти закончила. Да, да, конечно. Спасибо. Вот она. Все, есть. О! Закончила? Да. О. Ну, там наверняка куча лишнего и опечатки, но есть же редактор. Хм. Умираю с голоду. Вкусно. Угу. Ну, как у тебя дела? Что? М? Я тебя не понял. Прости, прости. Как у тебя дела? Оу, очень хорошо. Угу. Ну, все как обычно. Угу. Я выудил из реки кучу всякого хлама. Угу. Да? Ну, ты хотя бы искупался. Был какой-то интересный хлам? Ну да. Просто жемчужина. Это был грузовик начала 21 века. Раритет. Аборигены называли их фурами. Ах ты, господи. Ну, короче, это серые будни. Лучше про статью расскажи. Ну... Заказ был на такой махровый глянец про туризм в Бангкоке, но вряд ли редакции понравится взятый мной ракурс, потому что я получила просто тонну комментариев про то, какой там сейчас чудовищный смог, что у людей дыхание перехватывает еще на трапе самолета. Ну вот. И, в общем, у меня получилась такая элегия. А! Ты... Ты что? Где летаешь? Ну, я здесь, у тебя на вид. Серьезно? Что? Ты рассказывай. Мне очень интересно. Да? Да. И о чем же моя статья? А? Что? Вот это? Угу. Ну, она про древний город в Бангкоке. Ну, не в Бангкоке, а где-то рядом с Бангкоком. Ну, то есть, где-то поблизости от Бангкока. Класс. Слушай, извини. Нет, очень смело. Ну, прямо я же очень... был на стадионе, так? В другой стране, но, в общем, да, на стадионе. Джеймсон опять зазывал тебя в Малайзию? Он каждый день зазывает меня в Малайзию. Слушай, я правда думаю, что тебе надо поехать. Да не хочу я. Честно, у него нет разрешений, и мы договорились, что больше в такие дела не полезем, да, не просто... стоит оно того. Ну, не такой там прям уж риск-то. Ну, подумаешь, разрешение. Ну, нет. Позвал бы Салли. Сколько вы не виделись? Елена, 2 года? Давай оставим эту тему. Я просто не хочу, чтобы ты отказывался из-за меня. Я отказываюсь из-за себя. Ясно? О. Я оценил твой жест, просто... Ладно, пойду-ка я мыть посуду. Стой, я помою. Ну, погоди. Ты вчера мыл. А ты готовила, так что мыть буду я. Ну, или... Или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем. Мыть будет тот... Кто проиграет? Ты хочешь со мной сыграть? Да, ну да, давай в эту твою игрушку на приставке. Спорим, я побью твой рекорд. Ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке? Ну да, что, испугалась? Да ты даже название не знаешь. А мне и не надо это знать. Я знаю, что там делать. Там надо бегать и прыгать. А у меня к этому вообще-то прирожденный талант. Правда? Что, трусливая цыпочка, испугалась?
Ну все, ладно, ковбой. Ладно, смотри и учись. Я вся внимание. Началось? Нет, грузится. Грузится? Да. Как же долго нужно ждать? Где твое терпение? Когда что-то включаешь, хочешь, чтобы... О, все, началось. Лес Бендику. Что-то не так? Нет, нет, просто... Как тут вообще... Как начать-то? Нажми кнопку старт. Я сам знал. Ну вот. Я знал. Короче, тебе нужно бежать на камеру. Бежать на камеру. Понял. А круг — это атака вращения. Вращение. Бежать — крест для прыжка. А где тут крест? А, он скоро. Ясно. Перепрыгивай через ямы и препятствия. Это я умею. Убегает в луна. Почему он за мной катится? Просто. А, что случилось? Ты упал в яму. Знаю, как мне подняться. Ты умер. Неправдоподобно. Я бы смог оттуда выбраться. Ему нужно учиться лазать. Меня это всегда спасало. О, да, я крутой. Неплохо, неплохо. Да, есть, получилось. Это кто, лиса? Бандикут. Похож на лису. Да, как лиса в джинсах. Так, ломай ящики. Зачем лиса ломает ящики? Это бандикут. Ну, просто так. Это лиса, хоть и мало похожа. Блеск. Кстати, лисы так не могут. Это бандикут. Какой же это бандикут? А ты хоть раз их видел? А, нет, но вряд ли они носят красотки. Так, хватай фрукт. Что делает фрукт? Сотня фруктов дает одну жизнь. Сотня? У кого есть время собирать сотню фруктов? Бедная лисичка. Бандикут. Ладно, останемся при своем. Последняя жизнь. Не упусти шанс. Я понял. Класс! Да? Зачем он крадет все эти фрукты? Лисы фрукты не едят. Он не крадет, он собирает. Не его. Значит, это кража. Ну да, тебе видней. Ты о чем? Ни о чем. Опять твои шутки. Соберись. Прыгай. Прыгай. Не кричи на меня. Я тебя вам. Прыгай через яму. Очень короткий прыжок. Чего? И все, что ли? Ты сам нарвался. Это издевательство. Я же почти дошел. Ну, а ты еще попробуй. Давай, все или ничего. Мою машину уже давно пора помыть. Серьезно? Ты меня еще подначивать будешь? Там есть режим, называется легкий. Может, включишь? На нем, правда, очень легко. Ты сейчас у меня договоришься. Что ты сделаешь? Я тебя предупреждаю. Что ты сделаешь? Предупреждаю. Ну, по правде, ну что ты сделаешь? Покажи. Ну, что ты по правде сделаешь? Я тебе устрою. Эй, ты счастлив? Ну, конечно. А ты? Серьезно? Иди сюда. Пока закрыто. Закрыто. Да что ж тебе. Ладно, иду я, иду. Ну, люди. Да, вам помочь? Я тут ищу своего брата. Он вашего роста, постройнее. И без такой седины на висках. Сэм. Рад тебя видеть, Нейт.
Господи, Сэм. О, ладно, ладно, полегче, полегче. Как? Я думал, тебя подстрелили. Да, было дело. Вот сюда. М? Господи. Их врачи, ну, врачи, меня заштопали и тут же посадили обратно. Но я же выяснял, 100 раз проверил. По всем каналам всюду подтверждалось, что ты погиб. Нейт, мы убили охранника. Поэтому они очень хотели сгноить меня в этой камере. И у них почти получилось. Господи, Сэм. Если бы я знал, я клянусь тебе, я ты бы за бы тобой... вернулся. Я знаю, Нейт, я знаю. Но важно то, что я выбрался. Эй, эй. Все нормально? Да. Надо... На воздух. Ты, я надеюсь, в обморок не упадешь? Я постараюсь. Такие новости, знаешь ли. Но как... Как ты выбрался? Когда ты выбрался? Как ты вообще так, меня нашел? Так, так, так. Тормози. Лучше сядь. Давай про себя. Я? Да. А что? Ну, мои старые знакомые рассказывают безумные истории. Какие еще истории? Например, как ты висел в вагоне над пропастью в Гималаях. А, это... Ну да, было. Выкладывай, что я пропустил? Даже не знаю, с чего начать. Давай с лучшей части. Ну, помнишь нашу теорию о том, что Фрэнсис Дрейк инсценировал свою смерть? Ну да. И это правда. Я нашел гроб. У берега Панамы, да? Да. И ты представляешь, я его открыл, ну? А тела нет. Но на дне лежит дневник. Не врешь? Ну и все как обычно. Потерянный город разрушен, но мы из него выбрались. Чудом. Невероятно. Ну да, невероятно. Жаль, тебя не было. Нет, я в буквальном смысле не верю. Ты говоришь, что типа наткнулся на очередное легендарное сокровище и от чего-то вдруг опять удалился ни с чем. Ну, вот такова моя планида. Удалось, конечно, прихватить несколько побрякушек. Хватило на машину, дом, кольцо с бриллиантом. Господи, я женился. Что ж, я сразу-то Елена, про которую я... Она моя жена. Я тебя познакомлю. Приходи сегодня к нам в гости. Мы поужинаем. Я ей про тебя расскажу. Черт, надо ей рассказать. Нейт, у меня большие проблемы. Что? О чем ты? Какие проблемы? Знакомо имя Гектора Алькасара? Да, он наркобарон. Угу. Панамский мясник вроде. А что? Ты не поверишь, но... Мы год сидели в одной камере. Так я и выбрался из тюрьмы. Книжку забросил, да? Подойди-ка, Самел. Слушай, охрана песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью, убогой работой? Ну, зато... Их дома женушки ждут. А у нас с тобой что? Без обид. У нас есть мечты. И когда мы выберемся,
Мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? То есть, если я выйду? Да ты и сам все знаешь. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. Нет. История Генри Эвери и его 400 миллионов в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс, конечно, найду. Амбиции. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Мне это нравится. Это еще что? Ну, вот это и есть наш шанс. Сеньор Алказар, Меляко Верло. Садиматаки. Ух, косемус конель. Сэмюэл, ты готов ловить свою фортуну? Да. Вамонос. Охренеть.